Здравствуйте, это вторая часть, которая, что нужно найти, что случилось со всеми вещами в этом офисе нашем, если сказать. Здравствуйте, опять, я Джак. Вы меня, может быть, помните. Вы знаете, кто я, конечно. Я Джак, все меня знают. Ну, короче, мы должны... мы, в другой раз, мы увидели evidence у ночь, где еда. И она нам показала зеркало и браслет с брелоком. Значит, что вы думаете? Я тоже думаю, что это где должно быть красота. Значит, да, я думаю, это красота. И, конечно, да. Короче, да. Значит, да, у нас будет это. И я думаю, мы должны пойти в Diamond. Где, ну, вы знаете, что я имею в виду. И еще наше секретное слово – Hamburg. Мы пойдем вот сюда. Вот туда. Хорошо? Начинаем. Пойдем. Diamond. Здравствуйте. 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 Я слышала, что вы другой раз были у... Я слышала, короче, начнем сначала. Я слышал, значит, здравствуйте, меня зовут Agent Jack. Агент Jack. Здравствуйте. И вас, я слышал, вас зовут Бриллиант. Да. И вы работаете, где красота. Да. Хорошо. Значит, я думаю, значит, мы вчера были у ночи, где еда делается. Mm-hmm. И она сказала, и она нашла evidence, что там было браслетик и зеркальце. Откуда они там? Вот это, что я пытаюсь найти. Может, это вы, которые все сделали? Или у вас тоже есть evidence? У меня есть evidence. Вчера свой ночью мой микрофон любимый украли. И вот это. Proof. Да, это игрушка. Что вы думаете было? Toys, Lily и Flash. А, где Lily и Flash? Да. Где для игрушек все. Mm-hmm. Я думаю, это правда. Ну, почему они бы это сделали? Им же не нужно ваши красивые вещи. Ну, может быть, они просто хотели украшить их игрушки. Может быть. Это очень может быть. Значит, хорошо. Значит, у нас Лили и... И у меня есть еще один evidence. Какой? Кто-то покрасил язык моей лошади. А, ну да. Издали cupcakes. Где? Вот тут? Да. Это ужасно. Значит, наш evidence. Украден микрофон. Игрушка, вот зайчик. Кто-то покрасил вот тут язык и cupcakes на этом распечатал. Так. Мы думаем, значит, evidence говорит, что это кто любит безобразничать. Маленькие. А кто тут единственный наши маленькие? Вот именно. Лили и Флэш. Toys. И они любят игрушки. Значит, мы пойдем в те игрушки в следующую часть. Хорошо. И наше секретное слово Hamburg. Хорошо? Hamburg. Hamburg. Есть. Хорошо. Потом мы пойдем
где игрушки? Надеюсь, вы найдете быстрее. Я тоже очень надеюсь. Хорошо, пока, и мы найдем это. Точно. Пока. Пока.